Привет! Только что вернулся с кардиотренировки и, что называется, на ход ноги решил рассказать тебе, как сделать самый лучший в мире протеиновый коктейль. Итак, для того, чтобы сделать самый лучший в мире протеиновый коктейль, нужны самые лучшие ингредиенты и приготовленные в самых лучших условиях. Для этого у меня есть вот такой вот порционный веганский протеин, производство United Kingdom, сделанный из гороха и риса. Второе, что у меня есть, это blender bottle, это шейкер из BPA free пластика, то есть не токсичный пластик. Итак, что нужно знать? Ну, во-первых, растительный протеин лучше молочного протеина, потому что, как минимум, ну, в нем не содержатся так называемые антигены, да, белки животного происхождения, которые в себе содержат геном того самого животного, ну, например, коровы, на которые у нашего тела может быть аутоиммунная реакция, ну, что и является причиной многих заболеваний. Но, тем не менее, все равно протеиновый порошок, даже из гороха и риса, там, ну, или разные другие, там, конопляные протеины, из семян подсолнуха, в процессе приготовления этот продукт, ну, что называется, становится мертвым. То есть он теряет свой жизненный заряд, те самые там, ионы водорода, и из левого изомера атомы превращаются, ну, в правый изомер, а нашему телу нужны все-таки левые изомеры. Поэтому мы и стараемся минимально термически обрабатывать пищу для того, чтобы она была максимально живая и тело наилучшим образом это все усваивало. И поэтому для того, чтобы из любого, да, порошочка, который а-ля, ну, мертвый, сделать живой, у меня есть третий и самый важный ингредиент. Это водородная вода. Водородная вода, сделанная в бутылочке Mineral Bottle от компании Aquas. Вы уже знаете, в предыдущем видео я рассказывал об этом чудодейственном продукте, вообще о живительных свойствах этой воды, что она становится щелочной, минерализованной, заряженной, и что при помощи этой воды можно заряжать продукты, да, то есть замачивать те же самые огурцы, помидоры, вот, можно проращивать семена и орехи, и также, самое главное, мы можем таким образом оживлять наши протеиновые коктейльчики. Что для этого нужно? Ну, для начала небольшая инструкция, тоже лайфхак. Когда мы делаем протеиновый коктейль, мы не сразу насыпаем его, да, а сначала наливаем немножко водички, для того, чтобы не прилипал протеиновый коктейль. После этого высыпаем весь наш ингредиент. А здесь, кстати, со вкусом маффина. И после этого уже доливаем необходимое количество воды. В одной такой порции протеина, как написано, ну, в одной такой порции, 15 грамм протеина. В принципе, за один раз усвоится в лучшем виде. А если еще добавлять вот этой вот водородной ионизированной водички и оживлять этот продукт, то усвоится реально, ну, практически все те самые 15 грамм. И максимально быстрым способом, просто тело затратит минимально усилий для того, чтобы усвоить эти протеины, и они действительно попадут туда, куда надо, в наши мускулы. Кому, как не мне, вегану, качку, знать о том, как наилучшим образом готовить протеиновый коктейль и из каких ингредиентов. Итак, друзья, заказывайте Mineral Bottle, который сделает вашу воду ионозаряженной, щелочной, минерализованной, с помощью которой вы сможете улучшать свойства ваших продуктов, заряжать ваши протеиновые коктейльчики, чтобы они наилучшим образом усваивались и приносили вам наилучший эффект. Ссылку на Mineral Bottle я оставляю в описании. По промокоду Vanchess вы получите скидку целых 10%. Также смотрите, помимо Mineral Bottle, там есть минеральные палочки, гидрогеновые кружки и всякого разного рода ионизаторы, которые улучшают свойства воды, соответственно, улучшают свойства еды. Это как раз то, что вам нужно для того, чтобы быть сильными, здоровыми, красивыми, жить долго и счастливо. Так что, друзья, находите в своем городе ближайший спортивный магазин, берите, ну, как минимум, соевый протеин, сейчас они очень хорошего качества. Также уже не проблема найти протеиновые коктейли из гороха, из того же самого риса, из
семян подсолнуха и конопли на iHerb'е. У меня есть специальное видео «Спортивное питание для вегана». Затем, самое главное, конечно, ссылочку оставлю в описании. Mineral Bottle или же минеральная палочка. Да, здесь у меня в этом шейкере она есть, это минеральная палочка. Заряжайте эту воду, после чего заряжайте свой протеиновый коктейль и... Какая вкуснотища! Наращивайте свою мышечную массу, улучшайте свою силу, улучшайте свою кровеносную систему, качество кожи, качество волос, зрение, свою эффективность, подвижность. Друзья, на этом у меня все. Благодарю всем за внимание. Все необходимые ссылочки оставляю в описании. Ну, а вы, в свою очередь, поделитесь своим мнением, своими рецептами протеиновых коктейлей. На этом благодарю всем за внимание. Будьте здоровы, живите богато и до новых встреч!